watch online, so we got little in the way of intel. One thing is certain, though. Тебе 6 фаворов, а не 100. Так. Че, в рашу? За 10 минут не умираю? Да-да-да. Одну нашел. Excellent. Now if you would be so kind as to deposit the charges near the door. Дверь в другом месте находится. Да, я уже понял. Keycard, arc gutter, and yes, those are breaching charges. Все нашли, значит. Да. Ну, тут, блядь, 10 легко будет. Угу. Да, тут толком дефта не будет, достаточно быстро внутрь войдем. 30 секунд там сколько, да? 45. Один полудохлый мурк, оказывается, живой еще был. Не бегай там, один флайт. Да, это что? Все, заходим. Вау! Бум! Прикройте пока жар. Процесс. Блять, но ни разу не сдохнуть это не сложно, а вот ни разу не нарваться на клокера для меня это сложно. Что-то их тут особо не замечено было. Да, кстати, клокеров тут я за весь раунд тогда двоих ножку ел. Ай-яй-яй, что-то вы как-то пробежали, а... Я под турели пробежал, там турель. Я посмотрел на низ турель, решил тоже под ней не стоять. Сейчас. Ну ладно. Там карточку держать надо еще. Да, да. Тронами уже беда. Вульф, ёпта, упал-то хули. Ну, не, бот засчитает, бот, да бот я не знаю. Счет. Мы тоже с ботом проходили, он тоже там валялся. Танчил как мог. Всех клокеров собрал, всех двух. Что тут не встаёт? Там Вульф по дороге на рейс, что ли? Ну вот. Там целый прям сразу будет. Ну Кер... что же ты? Блять, в том все и дело. Ну сейчас хотя бы за 10 минут одну будет там. Можешь клокер не в счет? Еще один клокер. Я говорю, вот в чем сложность этой. Не знаю, мы тогда вот играли, что вообще не было. Везет вам. Стрелять нечем. Флайт. Вот патроны. Что делать? Не знаю. У нас тут жесткий таймер. Я что-то как кураж поймал с пистолетом. Давно мне так приятно не было с ним ходить. Здесь боты, короче, через эту ёбань залазят.
через вентиляцию. Мы так поржали, когда Хоксин к нам дали. А, через камеру сначала, блядь. Да, там бывает 4 любых же. Как я понимаю, нужных. Вот он. Он не во всех их комнатах есть. Я правильно открыл. Значит, Деметр и Хронос нам не нужен. Арес, Зевс, Посейдон и Хадис. Деметр не нужен и Хронос. Нет, Посейдон где находится? Посейдон у нас где? И здесь надо обязательно, чтобы они нам не отрубили. Здесь вот все тут, время кстати, надо... в этом плане легко тут пикает, когда они собираются отрубать. Они подходят, он начинает пищать и красным гореть. В том, что деф у этих серверов должен быть постоянно. Патрон. Так, я пошел следующую врубать. Ну. Я Посейдон заберу. Ну, Клава удобно находится, может просто присесть возле них и стрелять. Ну, бля. Ну, их нет, ты в тьма. Да, дайте пройти, что ли. Рождается и рождается. Как-то посилен дойти. Хотя я походу не в той стороне немного. Я еще тоже не совсем был. Зажигай следующую. Ну или я зажгу. Давай ты. Так, Посейдон там рядом с Зевсом, что ли? Да, Зевс сейчас открывается. Посейдон открыл. Там еще Арес уже можно открыть. Дантес. Дантес, блядь. Почему здесь Дантес? Дантес скиллот. Арес, Дантес, блядь. И Пушкин, блядь. Арес открывайте. Арес... И Зевса через 10 секунд. Кто у нас там останется? Хадес? Да. Хрон... А, Хронос не нужен. Да. Так, чё вы говорите, тут... там открылись? Воу-воу-воу-воу! Не дам тебе вырубить. Зевс. Всё, последний нужный пошёл. Тут щей-то набралось. Там ещё клава. А наверху они ее щелкают тоже. А еще нам, по-моему, успеть надо, чтобы для ачивки, чтобы все двери мы эти успели открыть, а не просто. А у нас времени, минута будет. Зевс открыл, Зевс... Нет, не пустой, тут надо ящики. О, я сразу нашел. Тут же только один прототип, да? Да. Да. Все, тогда с первого ящика нашел. Отдельно. Да. Отдельная ачивка на это. Еще и хостеджи где-то наши. Да, я тут по пути. Лизанул одного. Так. Я уже у нее стою. А еще, а четвертый какой? Вот она, четвертая. А третий тогда? Я только две открыл, я Посейдон открыл и... Арес. Арес, Хадес, Зевс, Посейдон. Ну вы... Я только две открыл. Вот Арес. Зевс, вот Посейдон. Арес. Не открытый.
Все. Чивку дали. Можно рестартить. У меня тут немножко... Давайте уж наверху весь заберем. Другая ачивка. Да, там надо весь лут собрать. Ладно. Хотя она на нормале прекрасно. Я... Я ее на нормале сделал. Так, все, да? Mm-hmm. Че, весь лут? Ну, да, вроде. Картину взяли? Да, она у меня. Тогда все. Наверху патронов поставьте. Да, поставлю. Поехал. А, хотя нахуя их ставить, он же сейчас патрон нам даст. Не даст нам патрона, гранаты даст. И патроны тоже. Как он их даст? Сейчас вот этот ящик откроет, там патрон лежать будет. А нормально, там только гранаты были, если 4. О, у меня прям соточка фрагов ровно. Я на левую тарелку пошел. Я на дальний. Они разные в разных местах. Да. Ну, ближайшая всегда одна большая. А нет, даже нет, сейчас я на верхнюю пошел. Лут здесь в тех же 6, по-моему, штук лута. А лут где? В этих, в контейнерах или где? Он в таких же хуйнях, как мы в самом начале делали. Ну вот, в самом начале этой карты отыскивали. Да, я понял. Зелененьких. Да, вот я бабло нашел. Снайперов со скал снимать. Голда. Сделал верхнюю тарелку. Еще среднюю тарелку. Ну я ее доделал, мне хватает. Ау. Все, эта тарелка тоже будет. Ты че это вдруг? Хорошо. Да наверху был, мне пинка дали. Ой, что-то я не туда палец немного. Деньги. Так, что там с лутом-то дополнительно? Да, ачивка дастся сразу, как только мы все перетаскаем. Насколько я помню, его 6. Да, его 6, уж вопрос. Сколько? Я вытащил 6, деньги, голду. Я вытащил деньги. Еще не дотаскан наш основной лут. Я тащу. Вы там подключили-то, вот еще вот. Ах ты сволочь. А там его на заправку не поставили, что ли, еще? Я упал. Я не ставил. Первый раз.
Нет ачивки еще. Нет. Еще одна сумка. Вижу, хватит за тебло. Дали ачивку. А это еще взлетит. Сейчас спасу. А почти заправился. Надо сейчас просто взять билды нормальные. Нахера нам, ни разу не падая, например, инспайры. Взял, блять, и КТВ, и мини-аптеки. И тебя практически невозможно свалить. Или этого арморера. Ну тут такой не надо. Ну, тут... мне, кстати, грайндер лучше помогает. С гриндером. Ну зачем в любом случае, например, нужен инспайр? Ну, инспайр, да, не нужен. Ну, спайкит наконец-то. Что у нас там дальше по плану?